Конечно, проходи. Здравствуй. За удачную охоту. А, хороша. Вот в 19 веке уже вот то, что мы сейчас пытаемся, да, изобразить, это уже больше, конечно, как развлечение для аристократии, для людей, которые могли себе это позволить. Если раньше охота была связана непосредственно с добычей пропитания, вот без этого нельзя было выжить, то уже со временем это произошло как атрибут, какой-то ритуал аристократии. Сам являюсь военным историком, и поэтому мне это интересно больше, наверное, на практике. Что одно дело знание традиций, записанных на листе бумаги, другое дело попробовать самому, как это происходило, и непосредственно, что делали предки не на бумаге, а верхом и на полях. А сейчас будет загонять? Нет. Не знаю. Ох ты, елки-палки! Еще пять кругов. Я не хочу, чтобы ему нашли. Просто за хорошую борзую могли отдать целую деревню крепостных. То есть это был культ своего рода. Когда были своры собак, каждая, ну как бы своры, стаи собак, помещики, которые между собой соревновались, хвалили, делали выставки. Лучшие собаки имели колоссальную популярность. Потрясающе, вообще просто какие-то космические ощущения, потрясения, потому что, сами видите, нам повезло с погодой, нам повезло с потрясающими вот видами, и чувствуешь себя, вот всем хочу пожелать этого, те, кто видит, те, кто смотрит, дорогие друзья, зрители, вот добро пожаловать, это самая лучшая вещь для здоровья. Мы не будем никого убивать. У нас задача пройти по полям верхом на лошадях, естественно, соблюдая все традиции охоты, но мы не хотим никого убивать, нам это не нужно. Для того, чтобы понять, что такое охота с борзыми собаками, чтобы испытать на себе вот этот колорит 19 века, совершенно не обязательно держать в руках убитого зайчонка.